Скажите, а вас сейчас выписывают протокол за нарушение, да? Ну да. Потому что ребенок был не пристегнут? Да. Ну а как вы относитесь вообще к тому, что нужно пристегивать? Нужно. То есть, в принципе, все действия полиции сейчас правомерны, да? Согласен. Прошу прощения, скажите, вот на вас выписывают протокол, да, за нарушение? Ну а как вы относитесь к тому, что правильно это делают или нет? У меня ребенок был в кресле и пристегнут. Подъезжаем к школе, у нас расстегивается. Уже бежать, потому что звонок. Поэтому, наверное, правильно, не знаю. Понятно. Хотя правильнее было, наверное, стоять вот там сейчас, где давят людей. Угу. На пешеходном переходе. Прошу прощения, скажите, а вас за какое-то нарушение остановили? Ну, нормальное нарушение, что нет, у меня для ребенка. А. Ну а как вы относитесь вообще к этой проблеме? Надо пристегивать детей? Позитивно, конечно, закон надо соблюдать. Ну, как иначе? Любой закон должен соблюдаться, пристегиваться. Надо, ну, случаи всякие бывают. Ну, ты сейчас не пристегнулся. Потом поехал в Кингисепп, не пристегнувшись, забив на это. И кувыркнулся. Ребенок вылетел из машины, дверь открылась. Машина, ну, все, как правило, никакого звука не открывается. Или наоборот, скорее не открывается. Как иначе? Ну, то есть вы поддерживаете, даже вас оштрафовали, но вы... Абсолютно, как иначе. Не, ну, если тебя не будут постоянно с детства приучают только таким способом, наверное, воспитывать человека, как это? Хотя ты и спешишь, но нужно думать. Взял, ничего, где-то.